Да, наличие управляющей компании далеко не панацея от плачевных ситуаций. И сегодня одна из таких ситуаций, не далее, как 2 часа назад, у нас имела место быть. На Ленина, сход глыбы, хотя известно, что управляющая компания не так давно проводила чистку крыши. Женщины преклонного возраста, реанимация. Я не могу все нюансы медицинской тайны раскрывать, потому что и сам не владею правом такого мнения. Но одна, вторая, третья предупреждалка не работают. И ГЖН пока тоже не включился в том объеме, в котором мне хочется. Но если пойдет массовая угроза жизни и здоровья, я включу все механизмы, пока у нас все будут лишены лицензии. Сегодня мы собираем управлять и под ночь. И планерная речь будет озвучена там. Спасибо.